Центробанк открыл в областном центре полугодовой лекционный курс по управлению данными в финансовой сфере. Проект впервые реализуется именно в нашем регионе, так как 2 года назад в столице Верхневолжья открылся центр по обработке отчетности. Репортаж о мероприятии, которое прошло в бизнес-комплексе «Тверь» на Смоленском 29, смотрите далее. Уже 2 года прошло, как Банк России открыл в Твери центр по обработке отчетности кредитных и некредитных организаций со всей страны. Именно поэтому в областном центре решено было провести полугодовой лекционный курс по управлению данными. Целевая аудитория – студенты профильных вузов, специалисты, а также те, кто интересуется современными финансовыми технологиями. Мы решили, а почему бы нам не сделать вот такой вот лекторий совместно с нашим университетом, который бы давал новые знания, развивал бы и молодежь, и давал бы знания и участникам финансового рынка. В течение нескольких месяцев представители регулятора и Центра цифровых технологий компании Accenture расскажут участникам рынка о сборе и анализе данных для Банка России, об особенностях взаимодействия с поднадзорными организациями, о тенденциях в сфере кибербезопасности на финансовом рынке и многом другом. После каждой лекции будет сессия вопросов и ответов. Те вопросы, о которых будут наши эксперты рассказывать, они уникальны. Это та экспертиза, которая есть, например, в Банке России, и то, может быть, чего не хватает для расширения кругозора участников финансового рынка. Первую лекцию об информационной революции на финансовом рынке и трансформации регулятором системы сбора и обработки данных провела сама Ольга Гончарова. Ее слушали более 400 участников, собравшихся в просторном киноконцертном зале «Панорама». По итогам занятий пройдет дистанционное тестирование, а слушатели получат сертификаты Университета Банка России.